Таким же паратурбоэлектроходом будет и лидер, с той лишь разницей, что его электродвигатель будет очень умным. Чтобы объяснить в чем, вспомним новый военный ледокол «Илья Муромец». На данном военном ледоколе впервые Крыловский центр использовал бестрансформаторную схему построения системы электродвижения. За этими сложными формулировками стоит идея, доведенная до совершенства системы управления электродвижением, где ключевую роль играет еще один сложный для понимания термин – преобразователь частоты. Именно он обеспечивает автоматическое регулирование движения. Это как коробка-автомат, пришедшая на машине на смену механике. Автоматическое регулирование позволяет без вмешательства экипажа гибко реагировать на те условия хода, которые в настоящее время есть. Правильно я понимаю, что когда ледокол идет по льду, это одна нагрузка? Да. Когда он идет просто по воде, другая нагрузка. Когда он попадает в шторм, третья нагрузка. Да. И вы должны обеспечить такую систему, когда винт сам без подключения мозга человека поймет... В этом и преимущество системы электродвижения. Она очень здорово интегрируется с системой малоэкипажного управления. Таким образом, следующим шагом мы переходим уже от создания кораблей с экипажами к кораблям без экипажного. Мир давно к этому идет. Лишь одна цифра. Экипаж Ленина около 180 человек. Лидер по водоизмещению в 5 раз больше. 5 умножаем на 180 и получается 900 человек должно быть в его команде. По факту же всего 67. А со временем, похоже, будет еще меньше. На обычных ледоколах управление осуществляет все-таки экипаж, да. Есть система поддержки его действия, это мостиковая система. Но вместе с тем, подчеркиваю, вот оперативное решение по выбору режимов работы грибных двигателей осуществляется уже не человеком, а самостоятельно системой.